написано дом. А, у нас, кстати, этот квест 3 же тоже сделан. Сейчас его тоже завершим заодно. А, если сама 3 будет дома, а не шляться где-то непонятно где. А ее дома нет. Понял. Пойдемте тогда сдадим квест на Виверну. А, сохранение игры. Да-да-да. Так, сколько время? Блин, время позднее. Знай свое место, ведьмак. Так, свое место, да? Наше место там, где нам дают деньги. А это, по-моему... Да, это где-то тут. Так, мне есть чувак, еще не успел уйти. Он вроде бы на ночь уходит. Офицер гвардии. Нам еще надо этого найти, чувака. А, да, его нет уже. Погнали тогда в таверну. Скипнем ночь. Кровдовет. Эти все чуваки нас не интересуют. Купеческий квартал. Блин, а мы чуть-чуть не долутали. Не, кстати, давайте этих долутаем. Кикимор, сколько мне не хватает? Погодите, что мне вообще надо на кикимор? Контракт на кикимор. 10. Когтей, когтей 10. А у нас сколько? Где когти-то? Это они, да? Это железы. Трахея. Чуть не понимаю. Сюда, походу, падаю, да? Во, коготь кикимора 8. Да, у нас 8, нам надо еще 2. Так, ну давайте тогда... Блин, а что мне тогда? До ночи, получается, надо скипать. Убить двух виверн. О, этих кикимор. А потом сделать еще раз день. Да? А ты можешь еще что-то рассказать? Недавно, да? Нет, не хочет. А, или вот это нам рассказывала. Ладно. Перед сером, я думаю, она нам больше ничего нового не расскажет. И давайте трактирщик. Привет. Чем? А во-первых, давайте заберем у него... О, у нас есть зелье Рефарда Белого. Интересно. Заберем. Так, нам надо накрафтить ласточек, если честно. Давайте вот кольца всякие позабираем, продадим, я думаю, сбегаем. Что тут еще прикольного есть? Всякие настойки позабираем для крафта. Покрафтим зельки. Конкретно ласточку. Так, а вот выложим. Ну, во-первых, яйцо виверны. Не уверен, нужно ли оно нам куда-то. И эту штуку выложим. Ну, этих херонки что-то мы не... Нак... А почему, кстати? А, мы не поняли, что делать. Да, с кузнецом. Давайте вот эти штуки тоже пока повыкладываем. Алмазная пыль. Ну, пусть будет, наверное. Так, кольца мы продадим. Так, эту штуку тоже уберем. Это нам по квесту нужно. Это мы костер разжигаем. Вино уберем всякое. Так, это эликсиры. Ну, воды, наверное, в таком количестве мне не надо. Пускай чуть-чуть уйдет. Это эликсиры. На эликсиры это по квесту. Окей. Вроде ничего лишнего нету. Это бомба. Окей. Да ладно. Короче, блин, зачем мне столько фишек-то? Куда мне? Даже продавать вроде некому. Блин, вот эти бы все шали тоже бы продал. Они, по идее, продаются тому же челу, я думаю. Хотя, может быть, они где-то пригодятся. Но если пригодятся, то заново купим. Ну, цветы, наверное, так дорого не продадутся. Окей. Так, теперь нам нужно сделать ночь, добрать двух
Мне? Этих, блин, кикимор. Так, ночь, поехали. Надо больше экономить. Шутки времена. Кто за этим стоит? Фледера бы еще одного добрать, да? И у нас, кстати, Фледер в этом тусит, я знаю. В храмовом квартале. Так, ну здесь всегда спавнится по две кикиморы. Но, видимо, не сегодня. Они одноразовые, что ли? Из огня да в полыми, а теперь еще и ведьма. А, не спавнится. Или такое ощущение, если я их специально пытаюсь заспавнить, то они не будут спавниться. Что? Да не верю. Хм. Сейчас ноль будет, да, кикимор? Я правильно понял? Чисто ни одной не заспавнится. Нам, кстати, надо днем по некоторым локациям проходить. Ну, по-моему, вот здесь вот кикиморы спавнились, но я их не убивал. Поэтому, если реально одни одноразовые, то вот здесь вот должны быть. Да, здесь есть, окей. Да, вторая приперлась. Хорошо. Может, сейчас сразу все выйдем. В смысле, она там живая до сих пор? А урон будет наноситься или что? Капец, пробила. Так, первый есть, второй. Дай, штука. Ух, все, изи. Валим отсюда. Так, где тут выход? Так, теперь идем обратно, скипаем до дня. Идем продаем наши кольца, идем сдаем наши квесты. Нам, по идее, много квестов надо сдать, потому что мы много чего сделали. Но нам нужно найти нужного чела, потому что мы не можем сдать квесты, потому что нет чела, которым эти квесты сдаются. И кикимора вылезла, ага, отвали. Пустите, блин, пустите, тут кикимора, она на меня напала, меня хочет убить. Сволочи, блин. А где айдик не выбран? Мне нужный меч, кстати, выбран? Да, нужный. А, вот все нормально. Окей. Волчи, блин, закрылись и не пускают. Видите ли, тут кикимора живая. Может, в таверну забежать? Так, теперь мне нужен день. Заодно хп себе подрегеним. Мне нужно... Не двигаться! Поехали. Я надеюсь, чувак, которому задаются квесты... Сейчас появится. Потому что мы его что-то вообще ни разу не видели. То есть заказов он много дает, а вот... выдавать награду, короче, не выдает. Куда-то он пропал резко. Тебя сюда прислали. О, кстати, оружейник. Да-да-да, хочу посмотреть на твои два. 10?! Ну и мусор. Так, эту штуку больше никогда не покупать, я понял. Не подбирай, точнее. Так, стальной забирай. Блин, серебряного меча такое ощущение, что не будет. Что-то не могу найти никого, кто бы хороший этот... О, чел, наконец-то ты. В последнее время она тебя искал. В Зиме главным органом власти стал орден Пылающей Розы. Не перетрудился, я вижу. Это точно. Если бы не кости, о, умер бы со скуки. Ну-ка, блин. Может, я партейку? Разбираю. Может, партейку? С Опачки. Удовольствием. Можем начать. Профессионал? Надеюсь. 40. Выглядит как профессионал. О, покер с костями профессионал. Да, сюда, чел. Наконец-то. Так, а у меня это не вылетает. 6-6, я вижу, 5-5. Ага. Две пары, хорошие пары. Уже не единички. 90. Сдавайся, чел. Ты не выбьешь ничего. А мы выбьем. Нам 5-6 надо, 5-6, давай.
6. Да, блять, какая двойка. Так, он не выбит, он не выбит, он не выбит. Никаких шестерок нет. 0 шестерок, 0 шестерок, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Сать. Фух. Так, еще раунд. Так. Блин, единички плохо. Нет, я, короче, нахер единички. Столько раз этими единичками приебывал. У него две пары. Выбиваем сет. Сет шестерок. У нас одна шестерка есть, надо еще найти четыре шестерки. Так, есть одна, блин. Ну, одна это мало, у него пара, а у меня есть еще? Нету, бля. А у него, да, у него две пары. Ладно. Еще раунд. Так, сет двоечек, ну, пускай будет сет двоечек, может быть, сейчас наберем еще двоечек. У него пара, просто пара двоек. У нас, кстати, тоже. Хорошо, что у него двойки в паре. Окей, он сдался. 530. Сюда. Сюда. Ха-ха-ха. Нашли профессионала. А теперь этот шулер или нет еще? Надо будет зайти попробовать поиграть с ними. Окей, так, даем ему квест. Я пришел по объявлению. Какого? Ну, объявлений, соглашусь, у него было много. Ну, во-первых, кикиморы. Того, где говорилось о когтях кикиморы. Награду даю за 10 штук. Вот 10 когтей. По 100 за каждую. Держи свое золото. Сколько? 1000? Ну, сколько? В смысле, 200? Внизу топцы больше давали. Мы, кстати, левелапнулись. Невероятно. Я как... О костях граверов, по-моему, да, у нас все сделано? Потому где говорилось о костях граверов. Награду даю за 5 штук. Именно столько у меня и есть. Вот они. Держи свое золото. Сколько? 200. Тоже 200, не в смысле. Чё, почему? По-моему, все, больше ничего нету, да? Я пришел как... Гули, а, не, крови гули, да-да-да. Говорилось о крови гулей. Принеси мне 12 флаконов с кровью в качестве доказательства, что ты действительно убил гулей. Держи. Вот твоя награда, ведьмак. И там, получается, фледеры остались. Фледеров у нас... 150, ну, в смысле. Еп, как... А, да, фледеров там столько нету. Нам, короче, один коготь фледера надо. Нам было, короче, храмом... Нам по пути там по другому квесту с этим, с косарем. Он примерно в той же зоне тусит. Поэтому, наверное, когда пойдем по его квесту, добьем там одного фледера. Я знаю, где он тусит. Нева. Но мы три квеста ему сдали. Плюс 600... Нет, сколько? 400-550 мы полутали, да? Ну, маловато. Нам один Калькштейн только 1000 отвалил. 3200 у нас, да? Можно, кстати, с Деветом поговорить тоже. Может быть, он что-то интересное скажет. Давайте главному ловчему отдадим нашу штуку. Приветствую тебя. За что хорошо платят? Огромный волк появился на... Да, вот про волка он говорил. Местные утверждают, что видели самку Виверна, да, которая крала детей. Виверны не нападают, если... Местные. Мы слышали все, но Виверну мы убили. Я убил старую самку Виверну. Вот доказательство. 600 аренов твои. Пойдет, пойдет. Будь здоров. Так, у нас есть большой волк какой-то, но, возможно, хищная Виверна. Возможно, это про оборотня. Мы, кстати, не дошли до друидов. Окей, так, пойдемте еще, знаете, куда зайдем? Нам тут проценты обещали так-то. До сих пор его, по-моему, не выплатили ни разу. Где мой процент? А ты чё, блин? Нормально тебе так? Ты хотел о чем-то меня спросить? Где мои проценты? А где деньги, слышь? Так, наебалово какое-то. А где? Ты мне денег должна,
Всем охренело, блин. Что? Я тут их, знаете, или крышую, они мне процент не отдают. Да. Сейчас стражников на вас натравлю. Скажу, что тут вампиры объявились. Так. Тогда куда мы пойдем? Пойдемте с этим Деветом поговорим. Может быть, он что-то знает. Что, ведьмак? Кто ты на самом деле? Что за вопрос? Я граф Ордена. Если ты не слыхал имени Деветта, значит, ты плебей или простак. А как во второй части звали? Лавалет. А Девет, Лавалет. Это разные челы? По идее, да. Мне, кстати, голос какой-то знакомый. А что-нибудь кроме политики тебя интересует? Не очень вежливый вопрос, но я отвечу. Мне нравится покер. Упражнение для ума. А, да? Этот тип досуга мне знаком. Я слышал об этой игре. Можно было бы поиграть. Я подумаю. Я буду здесь. Блин, что за голос? Квантит это репетур или как его там? Супер знакомо звучит. О, это то... Да, да, это еще один профессионал. С графом Деветом. Окей. Так, сюда. Так, 3-3. Пара троек. Плохо. Бля, у него уже сет пятерок. Он сейчас каре будет искать. Ну ладно. Сейчас, может быть, мы найдем каре троек. Проблема в том, что если он найдет что-то хорошее... Ты что, охренел? Так, троечки. Ну-ка, надо наказать ложка. Пять троек. Так, одна есть. Блядь, плохо. И фулл хаус не выпал. Минус куча денег. Блин, ему не выпала четвертая пятерка. Если бы нам выпало, то, блин, мы бы выиграли. Блин, там столько денег на кону было, мы проебали. На сет двоек. У него не... Блядь, у него, по-моему... Нет, у него ничего. Сдавайся. Сволочь. Ой, блин, что двойку не перебросил. Давай, еще две двойки. Хорошо, каре, каре. Он не перебьет. Сдавайся, чел. Может, не кидай даже. Все, перекидывает. Сосать. Так, последний раунд. Нужно выиграть. Так, квасточки, давайте. Не подведите. Пять шестерок. Сходу. Блядь, там шестерочка не докатилась, сука. Блин, можно, короче, рискнуть поискать двойку. Блять, у него фулл хаус. Ищем двойку. Мы двойку ищем. Или стоп, а что сильнее? Погодите, она поможет стрит? Я не уверен. Нам нужна двойка. У нас будет 2, 3, 4, 5, 6. Двойка, блять. Блять, двойка, стоп! Блять, там так близко, блять, было, сука, тварь. Чмо, ёбаная, блять. Что, ведьмак? Пошел в жопу, урод. Два, три, четыре, пять, шесть. Блять, почему нельзя было вот с первого раза так? Ну, точнее, с какого? С третьего уже. Сдавайся. Так вот, блин. Ну, почему гребаная двойка не выпала? Блин, причем она прокатилась. Ничего, да? Ну, можно снова тройку поискать, у нас будет 2, 3, 4, 5, 6. Но у него тоже пары, и у него хуже пары, нам не, на... не стоит рисковать. Надо сет искать. Блин, дурашная двойка не выпала. Еще пара и... А нет, не фулл хаус, двойка выпала. Охуенно, теперь двойки падают, да-да-да. Окей. Изи. А я обыграл Девета, поищу другого профессионала, и профессионал готов к игре с более сильными соперниками. О, теперь мы готовы. Окей. Окей, теперь мы готовы. Ну что, идем тогда в домик. Мы им там немного нагрубили, по-моему. Они, может быть, на нас обиделись, конечно.
Я надеюсь, они, короче, не сильно обидчивые. Но сперва мы, наверное, сбегаем все-таки к торговцам, продадим наши колечки, которые мы тут налутали. Ведьмак, прячьте женщин! Так, торговцы у нас, по-моему, да, вот здесь вот. Ведьмак! Нам, кстати, в банк надо попробовать заглянуть еще куда-нибудь. Может быть, еще что-то открылось. Так. Оптовой торговец нам не нужен. А где? Я тебя знаю. Эх, это рассеянность. Зерканский торговец, кстати. Мы с ним общались. Мое почтение. Экзотические товары с благоухающей кореньями Зерикании. Не похож ты на зериканца. А должен? Разве королевский эль продают только короли? Понял, книжки есть, но мы это читали, да, все читали уже. У него цветы, еда. Что-нибудь от зерканей, это арбузы, что ли? Это такой себе зерканец. Блин, а где? Как здесь шумно. Торговец деревом, что? Ведьмак, прячьте женщин. А, это который... В этом бардаке еще только ведьмака не хватало. Стоп, а где? Нет, это может, не он к кузнецу ушел опять? Нет. А где, блин, мой торговец? Нет. Единственный торговец был нужен, его тут нету? What the fuck, блин? Взгляните! Но это же не ты. Там с другой стороны был чел. Ты херню торгуешь. Может, он где-то в толпе? Ведьмаке, но исполнение было так себе. Пел ведь не я. Горожанин, аристократ, флейтист, горожанка. Его тут нету? Что? Алхимик, ты не видел чела рядом с тобой стоял? Блин. Победу? Да, это выход. Нету. Просто нету моего. Серьезно? Ладно, короче, ладно, погнали тогда по другим этим. Продавец ткани, кстати, какой-то есть. Я... О, стоп. А, вот он. Чел, блин, а что ты тут делаешь? Все, нашли, окей. Так, покупай это все барахло. Так, а у нас, по-моему, какое-то кольцо с печаткой, да? С печаткой я бы оставил, мало ли оно пригодится. Кто нам... А, саламандра нам выпала. Ну, по 10 эти штуки, ну ладно. Пофиг, они мне все равно не нужны, я не знаю, куда их девать. Весь мусор. Может быть, продавцу ткани, кстати, надо было продать? А, мы мясо виверни отдали, блинский. Сейчас опять их кому-нибудь продам случайно. Опять придется идти фармить виверн. Так, а где здесь я видел продавца тканями? Вот он. Что тут у нас? Я сказал 200! Извините, я вас с кем-то перепутал. Я сказал 200! Я не хочу с нами разговаривать. Так, в банк. Вот в банке мы были, но там никого не было. Потому что, возможно, была ночь. А сейчас тут, да, банкир появился. Что скажешь? Для банкир. Слишком это далеко стоишь. Дойди поближе, я, по-моему, с тобой поговорить не могу из-за этого. А... О. Ну-ка. А, ну, возможно, так и задумывалось. Ладно, пойдемте в этот игорный дом. Будем игорить. А, мы еще, кстати, в ратуше не были с этой стороны. Может быть, тут тоже кто-нибудь появился. Аристократы, горожанины, это там все неинтересно, да? О, писец. Да? Я пришел по объявлению. По какому? Вот что нужно. А, нет, не, как Атрикс, мы даже не находили. У тебя они есть? Нету. Пока нет. Тогда зачем отвлекать меня от работы? А мы можем банк? Нет, не можем с этой стороны пройти. А на втором этаже что-то есть? Окей, этому чуваку нам нужны какатриксы.
Но мы их даже еще не нашли. Повышение по службе. Поэтому чиновницы какие-то. Переложить, заклеить, поставить, переложить. Так, ладно. Пойдемте играть. Так, где тут выход с другой стороны? Черт бы побрал этих бюрократов. Так, теперь надо вспомнить, где это место было. Сплату банка. Вот, и горный притон. Говорят, ты идем туда. Грозно выглядишь. Мясник. Да еще... Мясо купишь? Милости прошу, незнакомец. Адды не бойся. Она рычит и лает, но не кусается. Обычно. Ты назвал свою собаку Аддой? Это сучка. Только и делает, что за собственным хвостом крутится. К тому же изнеженная и избалованная. Имя королевской дочери подходит ей как нельзя лучше. Так ты знаком с принцессой Аддой? Моя жена служит прачкой при дворе. Так что я в курсе всех дворцовых слухов. Я с радостью все их выслушаю, если ты позволишь взглянуть на твои товары. Естественно, у меня самое лучшее мясо. Всех животных я забиваю лично. Посмотрим. Кого это ты там забиваешь? Куриц, баранов, свиней, цыпленков. Ну ладно, верю. Так. А что твоя жена говорит о других придворных? Моя жена любит поболтать. Постоянно сплетничает с другими бабами. Если повторять все, о чем она мне рассказывает, и недели не хватит. Фольтест, Велерат, Девет, Яков из Альдесберга, Меригольд. При дворе знаменитостей больше, чем фурункулов на заднице попрошайки. Кто именно тебя интересует? Жесть, нифига себе, он все знает. Расскажи мне о Фольтесте. Хочешь, чтобы я рассказал тебе то, что и так всем известно? Он переспал с собственной сестрой и зачал Аду. Порочная связь, что тут скажешь? Проклятие превратило девчонку в стригу. Какой-то ведьмак снял это проклятие. Какой-то, блядь, в смысле какой-то? Поэтому обрадовался, что в конец избавил девчонку. И маленькая стрига превратилась во впадающую в детство шлюшку. В смысле какой-то, блядь, ведьмак? То есть ведьмаков, блядь, по имени мы не знаем. Ну, конечно, блядь. Очень познавательно, какой-то. Благодарю. А что твоя жена говорит о других придворных? Моя жена любит поболтать. Постоянно сплетничает с другими бабами. Если повторять все, о чем она мне рассказывает, и недели не хватит. Фольтест, Велерат... А, то же самое. Что ты скажешь о Велераде? Наш Ипат слишком сильно налегает на выпивку и давно уже не справляется с делами в городе. Что неудивительно. Ведь чтобы сыскать расположение при дворе, нужно стать марионеткой и плясать под дудку короля. Оглянись вокруг. Видишь этот бардак? Разбойники, чудовища. Ратуша практически не действует. Неизвестно, откуда поступают распоряжения и кто их отдает. Велераду пора покинуть свой пост. Очень познавательно. Ты ничего не слышал о Родерике де Ветте? А, это тот Нильфгардец, да? Прицепился к Аде, что репей к собачьему хвосту. Только планка высоковата даже для графа. Кроме того, он ведь рыцарь ордена, а значит, дал обет безбрачия. Поэтому, если и спит с принцессой, то только тайком. Девет якобы является представителем ордена при дворе. Только я тебе скажу, на самом деле он представляет империю Нильфгард и интересы черных. Понятно. Очень познавательно. Тавер нам как бы намекнул, что он пешка, а не какой-то важный чел, поэтому ему особо претензий нет. Так, Яков из Альдерсберга. Это вообще кто? А что насчет Якова из Альдерсберга? Да-да, великий магистр. Звучит, не правда ли?
Сейчас уже никто не вспоминает, как Орден Белой Розы превратился в Орден Пылающей Розы. И как некогда благородные рыцари превратились в свору расистов и интриганов, действующих под личиной высоких идеалов. И это все дело рук великого магистра. Слухи ходят, что прежде чем стать рыцарем, Яков был обыкновенным бродягой, который всей душой ненавидел эльфов. А ведь люди так просто не меняются. Очень познавательно. А что? Моя же... Я не понял, кто это. Тебе что-нибудь известно о Трис Меригольд? Ну а как же? Бабы в дворцовой прачечной обожают судачить о других бабах. Их мнение такое же, как и у любого, кто обладает хоть толикой здравого смысла. Чародейкам место в башне. Пусть сидят там и варят свои эликсиры, да составляют гороскопы. Они лезут в политические игры и интриги. К тому же она даже не стыдится демонстрировать всем свой зад в этих своих срамных платьях. Я бы даже сказал, если бы титул королевы шлюх не принадлежал Аде, Меригольд была бы первой на него кандидаткой. Ну тут и не поспоришь. Сказал, как отрезал. Благодарю. Так, о других придворных что это... Что жена говорит? Моя жена... То, что мы вот это, да, не взяли? Меня? Эй, ты узнаешь меня? Ты узнаешь меня? Что тебе известно обо мне? Какой ты ведьмак? А то! Я тебя сразу узнал. А, да? Геральт из Ривии. Знаю, кто ты. Прачки и тебя обсуждают. И что же они говорят? При этом какой-то ведьмак. Говорят, что бегаешь за каждой юбкой, но к чародейкам питаешь особую слабость. Но это про нас. Как даже по-настоящему любил одну из них. Да, говорят, да. Мечом ты размахиваешь не хуже, чем своим... в общем, мастер ты в обеих областях. Женщины страшатся твоего отличия, но при этом восхищаются тобой. Бабы... Они и есть бабы, что ж поделать. Угу. Спасибо. Можешь передать им еще, что у меня два меча. А ты не боишься распускать такие слухи о власти имущих во время военного положения? А что они мне сделают? Самое худшее бросят в темницу. А я считаю, что мы должны... Хранить свободу слова и говорить правду даже о власти. Это наше право. Смелое заявление. Еще бы не смелое. Я не собираюсь дрожать от страха перед диктатурой, основанной на эксплуатации простого народа. Я не стану прогибаться под давлением олигархов и аристократов, которые посадили на трон преступника. У которого руки по локоть в крови. Так. Что он сказал еще раз? Не собираюсь держать страха перед диктатурой. Ебаться под давлением олигархов, аристократов. Преступник, у которого руки по локоть в крови. Рейнфольдс не так уж ужасно. Я теперь хотел бы обсудить другие темы. Блин, другие темы, это как будто бы... Перестать продолжать разговоры, это давайте продолжим лучше разговор. Ты преувеличиваешь. Правление Фольтеста не так уж ужасно. Да холера с ним, с этим Фольтестом. Все короли одинаковые. Я критикую всю эту продажную монархию. Интересный взгляд на вещи. Править должен народ. Простой народ, как ты и я. Власть народу. Народу. Коммунизм? Может быть, и простой народ, и власть меня не интересует. Не простой народ, а что я? Простой ведьмак, блин. Блин, это я тоже. Ну, короче, либо согласиться с ним, либо спорить. Ну, например, спорить. Я не простой народ, и власть меня не интересует. Бедняга!
Тебе внушили роялистские идеи все эти чиновники вкупе с агитаторами, которые готовы за несколько серебряных монет нести свою пропаганду в массы. Раскрой глаза! Ладно, ладно, сменим тему. Я не хочу продолжать Ведьмак. Ну ладно. А если согласиться, а ты не боишься? Еще бы не... Ты прав. Конечно, я прав. Я с первого взгляда понял, что ты человек здравомыслящий. Пусть и мутант, который иногда прислуживает системе. Ладно, ладно, сменим тему. То же самое. Пока. Okay.